Мне кажется, очень странный закон сам по себе, потому что если говорить о свободе выбора, и если закон не запрещает иметь несколько, то есть быть гражданами, например, нескольких стран, то почему, я не знаю, то есть скрывать это как? То есть я должна кого уведомить о том, что у меня есть гражданство, например, там, Зимбабве. Вот. Я должна пойти его формы. То есть, знаете как, есть вот сразу так, нельзя делать вот то-то, 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 дудух. Это все большим таким комом сваливается на граждан. А что с этим делать дальше? И куда бежать? И кого уведомить, например? И кто ответственен за исполнение или неисполнение этих законов? Вот об этом как-то не сказано. Или, может быть, просто я этого сейчас не знаю пока на данный момент. Мне кажется, не стоило, наверное, этот закон принимать, потому что со временем как-то мир становится все меньше и меньше. Я имею в виду, для того, чтобы поговорить с человеком, находящимся на абсолютно на другом континенте, нужно всего лишь навсего интернет-подключение. Мы стали намного ближе друг к другу за последние там, 10-15 лет. И вот эти вопросы с гражданством, мне кажется, они уже... То есть очень многие люди являются уже людьми мира. Очень многие артисты, музыканты. Они гастролируют везде, и их могут признать, например, почетными гражданами той или иной страны. Они должны... Какие органы они должны уведомить об этом? Должно быть, наверное, четкое описание закона и четкое описание, что должны люди делать в том случае, если у них есть два гражданства другой страны.